Когда переходишь дорогу, нельзя ни в наушниках, ни книгу читать, ни в капюшон. Дарина – юная воспитанница Одинцовского центра эстетического воспитания. Сейчас она отдыхает в лагере «Солнечный». О правилах дорожного движения знает много. Свои знания девочка показала на увлекательном квесте по ПДД. На электронной доске высвечивались знаки, и мы должны были называть их название. Мы назвали 11 знаков, но не назвали один. И это лишь одно из заданий. Ребятам пришлось пройти немало испытаний, как физических, так и интеллектуальных. Кроме того, четырем командам предстояло придумать собственный дорожный знак. На каждое задание по 15 минут. Времени, чтобы успеть, крайне мало. Поэтому участники выкладывались по полной. В игровой форме дети больше изучают правила движения, потому что им это интересно, и они лучше запоминают это все. В одном из кабинетов детей ждал серьезный разговор. Так назвали одно из заданий. Перед участниками тест из 10 вопросов. В каждом вопросе по несколько вариантов ответа. И дети должны правильно угадать ответ. То есть для этого нужно знать правила дорожного движения в летний период времени. Ну и не только в летний период времени. Можно и в зимний. Там очень много разных вопросов, касающихся здоровья, безопасности детей в том числе. Весело и активно провели время юные знатоки. Они не только почерпнули для себя много новых знаний, но и получили подарки за старание. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».